Всем привет! Сегодня у нас в обзоре игра под названием Chip & Dale. В нее можно рубиться вдвоем и одному. Ну что, заводим? За кого играем? За Chip & Dale? За Дейла. Что, ребята опять будут у нас кого-то спасать? Ну что, погнали. Что у нас тут парень делает? Так, против нас такие собачки. У нас парень может прыгать. Уп-уп. Поднимать ящики. Бросать ящики. Собака, если мы в нее врезаемся, он забирает жизнь. Кактусы у нас забирают жизнь. Дается нам на раунд 3 жизни. Собаку можно убить ящиком. Ну, вообще, мне нравится игра. Прикольная такая, шустрая. Графон ничего. То, что он может подымать и кидать. Вообще, ящики — это прикольная штука. То есть ящики у нас используются как такое своеобразное. Вот, елки-палки. А вдвоем вообще, наверное, интересно играть данную игрушку. Так что я бы всем рекомендовал погонять с друзьями в данную вещь. Вот опять пройду жесткие собаки. Ну что, на этом наш краткий обзор подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Пока. До новых встреч.